И не пропустите, специальный гость «Минуты славы» – победитель Евровидения Александр Рыбак. Прямо сейчас на Первом канале. Получился большой лов, нужно хотя бы пойти на рыбалку. Так что, если вы талантливы, приходите на «Минуту славы». Кастинг состоится 25 сентября по улице Академика Королева, 12. Приходите на «Минуту славы» и боритесь за 10 миллионов рублей! Простите, молодой человек. Вы уже на кастинг пришли? На кастинг пришли, потому что у нас только с 25 сентября начинается. А, не, я рыбак. Не, понятно. Нет, рыбаки, не дымы, удочки у нас. Я Саша, рыбак, из Норвегии. Саша, рыбак. Ну, надо же. Да. Не ожидали. Победитель Евровидения 2009 года. Добрый вечер, я Саша, рыбак. Спасибо. Я к вам приплыл из Норвегии, чтобы спеть вам песню. Много-много раз уже ее пел в России, в Европе. И она мне никогда не надоест. Я вам с удовольствием сегодня тоже ее спою. Песню про медведей. Вот.
победил на Евровидении 2009. Конкурс, который проходил в Москве. И мы с вами были свидетелями этого праздника. И хочу сказать, что это всего лишь второй приезд Александра к нам в Москву. Александр, скажи, пожалуйста, а чем ты увлекаешься, занимаешься, жонглируешь? Рыбалка. Рыболовка. Рыболовка, о. Вообще, я думаю, в этом сезоне рыбалка очень актуальна. Да, очень модно звучит даже. И мы можем теперь называть Александра настоящим рыбаком. Хочется пожелать удачи всем участникам. Я буду с удовольствием смотреть каждую программу в Норвегии. Молодец! Александр Рыбак! Чтобы победить. И нужно быть искренним, если есть смысл, почему ты поступил в этот шоу? Если ты знаешь, почему поступил, то можно даже выиграть. Александр, милейший, талантливейший парень. Верить человек из народа. И вообще, мы все за рыбака! Я желаю вам радость. Это очень-очень-очень хороший способ просто показать свое творчество. Не обязательно выиграть, что самое главное участвовать.